Баскетбольный клуб «Самара» во втором матче домашней серии одолел санкт-петербургский «Спартак» 83-69. Волжане уверенно начали матч, но к большому перерыву выиграли всего 5 очков. В третьей четверти хозяева совершили рывок и оторвались на 20 очков, позволив гостям к концу встречи лишь немного сократить разрыв. Эта победа для подопечных Игоря Грачева стала 11-й в этом сезоне, а в турнирной таблице самарцы по итогам первой трети Суперлиги расположились на первом месте.